Привет, меня зовут Саша Белевский, я тренер по BMX фристайлу. В этом году мы организовываем детский BMX лагерь в Краснодаре. Это уже третий по счету наш кемп. Первые два мы провели в Красной Поляне. Подробнее о нем вы можете узнать из нашего инстаграма. В этом году мы будем проводить наш лагерь на базе нашей школы в ЦСА тренинг-парке. Тренировочная часть парка имеет ряд преимуществ, которые позволяют в разы ускорить процесс обучения трюков. Благодаря поролонной яме и мягким резиновым приземлениям вы сможете поэтапно освоить новые трюки и перенести их в жесткую часть парка. Помимо этого, в нашем распоряжении будет памп-трек, где мы будем раскатываться перед основной тренировкой. Р-часть тренинг-парка, где будем учиться вылетать в квотрах, на панбоксах, учиться использовать фигуры парка. И трейлы для техно-шведеров. Мы подготовили тренировочную программу для ребят с разным уровнем катания. Первый день кемпа мы поделим всех на микрогруппы и будем давать задания в соответствии с их навыками. Помимо тренировок пройдет серия обучающих лекций от приглашенных райдеров и тренеров. Одним из них будет Данила Гришин, тренер московской BMX-школы. А также будет мастер-класс от команды XA-Media. В конце смены у вас получится свой профайл с вашими новыми трюками. Все участники кемпа получат памятные футболки и бейсболки с нашим логотипом, дипломы и кубки о прохождении лагеря и месячный абонемент в XSA Training Park. Основная цель кемпа – поделиться многолетним накопившимся опытом, показать правильный подход к тренировкам и смотивировать молодых райдеров на много лет вперед. Если у вас есть вопросы по кемпу, звоните и пишите мне. Свои контакты я оставлю под этим видео.